Хотя не кикни его с рейда. Тоже присвоит. Значит, оба по очереди. Кто танки? Всем привет. Привет. Ну, ПДК первый танчит до трех стаков. Потом Мелимош. Кто третий? Андрес. Ну, Андрес там, если будут стаки, то... Черви, ДК и Анри вправо, топал лево. Когда на БДК стаки, Анри воруешь, его БДК парит. Так, давайте, короче, чекнул там, запущу по кругу. Слышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. Ну, так нормально, присты сами себя будут хитрить, а крос. Слишком много хилом. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Блин, это как какой-то мне. Всем привет. Был призван горный, привет. Бой, герои! Я видел и более достойных соперников в покровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Мор бы этой ночи-то сказать. Орел, а там есть слышно. А варишь там хер его знает. Стой! Там ДК, дерните сноубольтов. А кто там? Арпич, не умирай. Я танчит право, просто варк там заберу. Ну ты дурак, а чё бегать? Не почему это ДК пишет, чтоб я каску по ДК дал на прист. Так, что там моргает? ДК, блядь. Фу. ДК, блядь. Что ДК? А ты как отверни? Хватает. Если следующий. Возите. Дайте. Пожалуйста, подойдем. Спасибо. Кто бы кассы выйдет, блин, кого? И освобождаешься. То есть Хирос. Работает ты? С пятки. Готов ты скажи. Да, я вообще.
можете сделать. Ловушки. Ну там. Думаю, кого? Готовьте. Ну тогда точно готовьте, готовься прожиматься. А, не, не на меня. Нет. Это он. Нет. Трофей ролите. Так, что за... Вы не натурал? Ну, конечно. Не надо, на ДБ надо там. Так, ролите. Пей. Сейчас великий чернокнижник Милфред Непопамс. Так, сразу тут трофея дайте, у кого он там. Готовьтесь к бою. Какая этот, моргу материться в ебучий дискорд. Скажи, что ты еще раз, там кнопка активации должна стоять у тебя в настройках профиля, посмотри. Так, что там еще и все вроде там высержало, кого-то надо, просите трофеи, иди сразу, отдайте трофеи. Не слышу. Я его выключил, он там крякает, что-то непонятно, не знаю, че я его для себя выключил, че для... А нет, никого не выключил. Я могу фурить? А как посмотреть, у кого мод есть, у кого нет? Вроде ни у кого нет мода. Клацай на него и нажми сервер, этот выключить голос. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным вилком! Англи, фулик аспект? Да, может. Ты покорен мне, демон! Тут можно поставить выключить голос, ему выключить звук. Когда админ. Ты там вроде в совете. Видишь? Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное. Секунды, бой начинается. Перед вами Маки. Рацус, эреданский повелитель пылающего легиона. Кан. Маки. Так. Хиливаем. Беги, малышка, беги! Ну, чё, блядь, чё вы там, кто там? Ладно, диспельте, диспельте. Бру, ну что вы там не видите, что ли? Ладно. Робот, что? Если там будет ТАУЕ, там можно... Я... Дайте сильненький трэш, не кастую. Подведи под босса их. Ой, да захер. Пусть беги. О,
Там кого-то трекост. Да. Ну, пять. Там вот от кости. Гибель Милфа да не попался весьма трагично. Веслай, дружище, у тебя ДБМ они. Роти, выкрик. К счастью, вы победили демона. И это ж не на Энха. Так. Ру. Подлые собаки Альянс. Так, это трофей роль. Или демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Надо кому-то ноги латные, колье и запах. Мне можешь дать, я распылю. А, я, ну, прости, тоже могу купить. Хотя все равно деревья бесполезны, это синие надо, а эти... Все равно скорость закрыть. А, так, что там, запускайте там фулбафы, давайте все тут. Все самый долгий босс. Так, Кто там, ВВ тоже может танк спекнуться, сейчас посмотрим. Тотема уберите, пожалуйста. Тотема уберите. Хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую... Там бафните каску ДК и паладином. Лапку обновить. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Я думаю, может прийти ночью собрать, кто спят. Последний, да, вот это, ну, последний, да. Не понял. Последний, блядь, спят уже месяц у тебя идет. Так, давайте, кто там, лимошка, звездочку. А, налив, печей. Так, это сам был это хит, или кто он там, или он? Там будет хилом, короче, хит. Кирия, ДК танчит. Лена и охотник. Давайте охотиться сразу сольем, в три танка пойдем, поставлю квадрат на нее. Так, давайте чек на вкул, первый квадрат сливаем. Потом лука. Ну, давайте, танки готовы. Стойте, пока танк проиграем. Да. Мобов отойдите, чтобы они не стояли близко возле вас. Ну как получится. Забирать. Все равно это бесполезно забирать, кто товар они. Давайте лука дальше. Спасибо. Надо на стрим. Печенька хер узнает, кто пойдет. Помнит фурка. Кого? Да, хорошо. Получится. Дело на РТ, ох, я не брал.
Что-то... Там ревно. Блин, я просто вспоминаю обычку. Вот он на третьей фазе. Вот за... Месть. Третий кредит. Я как раз. Сагрил. Утробно забрить меня. А, все, не надо. Сейчас рога вам нет понятно местами. Мне человек пишет, что его не слышно. Чем мне делать? Как такой ситуации? Чески. В рейде он с нами. Да я понял. Пишет, что его не слышно. Если Морзу я который, то я его мут дал, может, у него фанил. Ну а ну-ка, кинь ему не мут и посмотрим, что будет. Снял. Ну-ка, и чё там, есть фон какой-то? Надо кому-то сандали, кольцо. Там морда активация голосом стоит однозначно. Так это Ваня говорит, ты Ваня замутил, видишь, он опять начинает говорить. Чё уж, меня замутил? Да вот размутил этот хилик у тебя сейчас. Капец, как вы, может, морг. Морг, скажи что-то, ты можешь говорить. Слышно? Слышно? Алло, алло, слышно? Слышно. Приём. Что случилось с тобой, расскажи. Что там произошло? Вы сможете пройти. Так, все хорошо. Так, ну смотрим, короче, сейчас надо будет смотреть, где какие стаи вроде поменяли, то есть те, которые бьют правую валькиру, будем справа брать порталы. Да, наоборот, сейчас берите порталы. Темный. В смысле, ну, когда правую бить, ну, а, то вальки поменяли, короче, как обычно. Точно, порталы поменяли. Йо, теперь. Сейчас бит надо брать черный. Черный надо. Теперь ничего не.
И бежим туда. Возле белого. Идем вправо и будем вправо. Поднимемся, то писнем. Гроно. Родная важна. Фуга. Люга. Хоть камни с ним и погнали. Я понял. Вы сейчас чё? Ячейку идем и Вальку тоже видим. Портал за той стороны. ДК, веди в печеньку рейд. Блядь, ячейка. Не в ту печеньку. Стало на черную, только не парит. Да поглотит вас тьма! Вон, блядь, там темная воронка. Ладно. Себя оцени и признай ничтожество. Время. Англия, звери. Сейчас, короче, если будем портал делать. Как? Стыч поднялся. Все нормально, добивает. Другие цвета перебирают, наверное, будет. Красный. Да. Ну, как-то так. Ну, можете там, короче, спускать что-то. С этими порталами, то туда. Делать. Надь, посиди ее сначала еще раз к белому. Я понимаю. Да, я не понял. Надо просто вальку, которую мы с пола бить начинаем, должна танчиться слева теперь. Вот и все. Что там, да, я к Вайман кучу денег задолжил. Налево. Почему-то мы Мы просто по приколу решили так поиграть, весело. Прикол в том, что как они выходят, так они и должны теперь там часы. Даже проще стало, никуда не нужно их вести. То есть теперь мы должны к ним бежать, да, танчить. Он в двери не ждать, типа, когда сюда приедут. Да, да. Шо, я ничего не понял. Да, это ничего. Ну и ладно, завтра поймешь. Типа как мы их били. Что там? Квадропед это с нами, че не? О, неудачник. Ну чё, надо отменять баф. О, шо это такое? Ё-моё. Шо это за скоробей тут делать? Не подходите близко, там можете запустить. Если я скоробей ёбну, босс запустится? Ой, стой, стой, куда пошёл? Стой. Блять, вы что, запустили? Нет. Если к кругу подходишь, тогда босс запускается. Так, короче, давайте пристабав все отменяем. Пристабав не даем, давайте там дух, а тьмы защиту. Так, а что у нас там, один шаман, да? Да, все кроме танков отменять. Боюсь по товарам отменять баф на хп. Не, ну танки пусть остаются, да. Короче, играем как обычно, только тут надо будет сверху стивать, сверху, когда будет переходка. И когда босс на вас будет идти, вы должны забежать за самую дальнюю ледяную лужу, чтобы сфера, ну вот эта фигня пропала. Потом ретаргет, да и так же само, к дальнему будем вести.
Подобрать некого. Джагу света не забудьте кидать. Нет, подобрать некого. Ну, 24, пойдем там. Да, ДК на боссе, протопал слева, Варс. Держите так. СС на протовары, да. Да, на второй фазе танков держите. Да, на второй фазе там танков хилите хорошо, рейд на 330. Чё у нас квадропедров драконьим погостите? Не обращайте внимания. Так, ну давайте, чек на пул. Я советую рейд сейчас до второй фазы вообще не хилить. Людей с метками, например. Можно дайте там каску. Роги могут себя дебаф скидывать плащом, ДК прожать зеленку, кто-то маги глыбы скин, паладины бабу. Научитесь себя скидывать. Дебаф. Да не надо ничего скидывать, пускай рейд проседает по хп, не хильте его, хильте только там. Ну ты сейчас охренеешь, как он хилится у нас. Так я же говорю, ну не хильте рейд. Вопросы есть, сука. Кто каски бафает? Бафните каску по рогам, алё. А, блин. Адам. Мы убили недавно его, он слабый, чего вы паритесь? Ну блин. А вот эти порталы на вальках, это сложнее, чем мануп новый как-то? Да, у нас тоже были проблемы на вальках. Понятно. Мы вообще убили одну раньше другой. Такие же конченые, какие мы, я понял. Да. Ну чё там, каску раздадут? Нет. Кулак там по хэнку. Видите, люди пишут белый чат. Надо раздать, наверное. Это заклинание ещё не готово. А эти жуки, они друзья наши или нет? Да. Слушайте, вы собираетесь убить босса с первого трая или вам похуй? Ух. Ну, Англива. Как обычно. Англив пается на плащ. Я тебе давайте чек на пол. Варенька спекнуться вылипало. Потому что один льдута не затащит. 4 хила. Хиен, нахер 6 хило. Не, 6 5? Не надо. Ну, 5 убивали. Не знаю. Так, давайте, все готовы, идем, подходим босс. ДК, иди, начинай. Хитри, как обычно, вылипал шаман на танках, остальные рейд. Рейд на 335. Тебе хилить не надо. На ком будет на второй фазе? Смотрите, не срывайте огроз жуку. Идите под босс. Босс, обижу. Давайте, играйте в жуков. Я по луже иду. Все в жуков играют. Да. Оболоться, верно? Вводить в белую лужу. Вот это чё. Фиг. Тёмная аура стоит, поставьте отель, да? Так, сейчас надо будет добиться, добейте мелких, осуществляйте набей. И дальние эти. Смотрим, свет. Смотрим на ком-то сейчас будет опять, смотрим на ком. Машека, бей на дальнюю, и вот так вот фаза будет проходить, на пути только не стойте, на пути не стойте. Кстати, есть предположение, что у ханта притворится мертвым, багает его. Да неужели так трудно за дальние лужи зайти? Клаймен! Кондиционерка есть, вообще может из края в край по педалям дать от этих шипов. Идите в дальние, вы чё, у нас лужи сейчас кончатся. Да не, не кончится. Господи, у вас голова есть вообще, нет? Не, как голова? С Мимирона? Чё? Да, да, с Мимирона. Беги, малышка, беги. Так, давай сейчас появляет. Будет один трэш, надо будет один трэш слить.
переведем. Трэш надо не сорвить. Только. Давайте, только танков хилим, рейд 330. Давайте, рост 300. Людей с метками хилим. Чё это умирает, алё? Клеймин, я своего иду быстрее. Да все, обосрались. На хп колобон узъев на хп. Так, давайте, играйте, дайте им на хп все присты, что есть. Ну резайте меня, чё вы. Пол до тебя в босса. Косты сбейте, косты сбейте. В воде в ложе, они не за... Хорошо. Не хильте. Теперь хильте. Вот, ДБ сделали, ДБ. Да, не будем. Тут я... Тут я падали. Сложнее, чем было, конечно. Я тебе говорил, они упали от этих дебафов, там... Щитки не обновил, наверное, ДЦ под ним, или просто не хила. Так, плащ, плащ на аэродру, хулиприст, классный плащ по щиту. Спасибо за плащ. Так, рольте вот эти вот регалии, только кому они надо, потому что они на ДБ не идут. Регалии. Я не там. Защитник, король. Регалии. Ну что, может, повысим ЕП за ИВК или нет? Да, ну там. Можно. Я хочу. Класс, плотный был. Почему так сложно было? Там, там. Реально, с нужной вальки надо 800 плюсовать и за ноба 200 еще где-то. Да? Ну, типа, почему рей так сильно просел? Да, нормально он проседал. ХЗ. Ну, он потом, там он будет, потом с 5% до 4 прыгал, блядь, от каждого типа. Просто надо, метки, когда на 5% их давай. Серьезно. Я вам по-русски сказал, блядь, два друида здесь должно быть, не один. Да ничего, твои два друида, твой рейд поднимут, и буз будет больше хилиться. Вот. Да как они? Надо на 5% держать, особенно. На 5% спокойно рейд держался, проседал с 5 до 4%. А на ком были метки, они упали, блядь. Как они, сука, и все, там 5 меток, 5 меток как всего. Как они, блядь, поднимут, если у тебя сейчас упал, блядь, люди падали, блядь, с друидом. У тебя упали только метки, посмотри, ни один человек не умер без ну, метки. Так, сука, нужен один друид, чтобы он хилил, сука, эти метки. Слава, ну ты умер, рейд захилили, там нормально все. Че там, все зашли? Начисляю. А че вы, блядь, уронили меня? Сколько начисляли, кстати? Тысяча? Еще 250. Один. Но тут надо заметить, что с вагонами уже вряд ли походишь или нет. Да нет, с вагонами.